Всем привет! Сегодня я буду обрезать свою желтую неремонтантную. У меня она единственная растет на моем участке, которая плодоносит летом и оранжевого цвета. Если я не ошибаюсь, то это оранж квин. А может, и ошибаюсь, но единственное, что я в прошлом году только научилась ее как выращивать. Потому что когда мне ее прислали, то написали, что это ремонтантная. Вот. И первый год я ее вырезала как ремонтантная. Так вот, под одним из моих видеороликов мне сказали, что я неправильно обрезаю ремонтантную. Я вам сейчас покажу. Вот у меня растет малина бабье лето ремонтантная. Как вы видите, я ее уже обрезала и приготовила для текущего года для плодоношения. Здесь у ремонтантной полностью удаляются все отплодоносившиеся ветки. То есть ветки прошлогодние удаляются. А на неремонтантной, обычной, наоборот. Вот ветки прошлогоднего года. Они в прошлом году только выросли и не плодоносили. А те, которые плодоносили, вот они такие уже серые на вид. И их нужно удалять. Вон сколько их таких вот веточек. Но так как эта малина очень такая сильно разрастается, как вы видите, и плюс она еще наращивает много порослей, то, естественно, столько много оставлять не надо. Поэтому я буду разделять эту малину, вот полностью эту часть буду убирать, а из этого оставлю всего лишь, ну, 7-8 веточек. Это максимум. Все остальное, все, что тоненькое, все, что вот такое, вот то старые ветки, все это удалится, вот эта старая ветка удалится. А этот кустик просто, ну, хочется, не хочется, но как бы буду выбрасывать, потому что садить еще один куст такой я не буду. Как бы размножать мне тоже сильно не хочется, поэтому буду удалять. Как бы таким образом можно омолаживать малину каждый год. Вот. И сейчас я это все обрежу и вам покажу. В этом году буду ставить сюда шпалеру и поднимать малину вверх, потому что она под тяжестью своей опускает ветки. И очень плохо потом собирать малину, она портится. Кстати, эта малина очень сильно дает порость. Вот смотрите, вот малина вылезла, вот малина вылезла. То есть малина расползается, вон малина вылезла. Очень далеко, на метра полтора вокруг куста. Каждый год я удаляю у нее порость. И сейчас посмотрим, сколько же я оставлю веточек у этой малины. Буду оставлять такие вот крепкие, а, например, вот такие тоненькие все буду удалять. Вот. Буду удалять те, которые вот тоненькая буду удалять. С той стороны тоненькие буду удалять. Вот это вот тоненькая, посмотрите, вот она такая-то не пусеничкая, небольшая, тоже буду удалять. Буду оставлять только вот такие вот большие, высокие, крепкие ветки. Они настолько сухие, что прямо ломаются. Вот еще одна сухая. Вот смотрите, они прям ломаются. Все вот эти веточки, которые близко к земле, и вот удаляем. Они нам не нужны. Они лягут на землю. Вот. И теперь из них я выбираю и оставляю. Сколько у меня тут осталось? 1, 2, 3, 4, 5. Вот тоже не поняла. А, это я удалила. Просто не убрала. И смотрим, что вот у нас тоже с этой стороны. Видите, такая слабенькая. Она нам как бы особо не нужна. Удаляем. И смотрим, если не считать вот этот куст, который я его чуть попозже выкопаю, то у меня остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Но это трошки так тоже, вот как бы не то, что мне надо. Я ее удалю тоже. Так, порость. Здесь вот тоже что-то непонятное. Ну и все. А вот, вот тоже удалила. И вот что у меня получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну и вот это вот. Слабенькая такая
тоже мне не надо. Может, она потом здесь вырастет хорошую длинную ветку. А мелочь не надо. Все. Ну, 9 веточек у меня осталось. Этот кустик я не считаю, потому что я его буду выкапывать. А может, даже я оставлю. Может, если я оставлю, то значит надо вот эту вот отломать сухую. И еще почистить. Может, если я оставлю, то тогда удалить. Ну, это все опять-таки жадность. Жадность. Вроде бы и негде выращивать больше. Места нету. Вот смотрите, тоже слабенькая. Такая вот. Все удаляем. Это удаляем. То есть здесь вот я оставила всего лишь 3 веточки. Вот эта слабенькая мне тоже не нужна. Вот удаляем. Вот эти поросли. Вот поросль. Это я потом выкопаю. Итого у меня вот что осталось. И это все я поставлю шпалеру и подвяжу. Всего лишь в этом кустике 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 веточек. Ну, а здесь, если останутся, значит 3. Если нет, я их выкопаю потом. Вот разница между ремонтантной и неремонтантной. Ремонтантная плодоносит как на таких ветках, так и на новом приросте. А неремонтантная плодоносит только на прошлогодних ветках. Ну, пока всем до встречи.